этим кадром тоже почти четверть века. Тогда вместе с тружениками Кожевина обувного комбината имени Коминтерна молодожены Виктор и Александра Стариковы работали на строительстве жилых домов. Одна из улиц города Кирова стала улицей обувщиков. Здесь Стариковы прожили долгую жизнь. Здесь родились и выросли их дети. Вот в этом самом цехе Александра Кузьмовна Старикова работает на раскройке кож уже 31 год. Сколько же тысяч людей обула она за эти годы? Не счесть. Ее труд отмечен многими почетными грамотами. Но, может быть, самая большая радость то, что сын Сергей выбрал дорогу родителей. Учащийся ПТУ комбината, он проходит практику в цехе, где трудится его отец, слесарь Виктор Игнатьевич Стариков. Теперь они идут с рабочей смены втроем, отец, мать и сын. И живут теперь в новом доме, в большой трехкомнатной квартире. Трудовая семья, каких у нас в стране миллионы.